Надписи с рекламой наркомагазинов можно встретить по всему Бийску. И, как говорят общественники, что борются с распространением смертоносных веществ, в Наукограде все намного хуже, чем в Барнауле. Реклама на каждом шагу. Это видео прислал общественник Дмитрий Симонков. Он сам и закрашивает надписи. В последнее время, вот буквально за месяц, за последний, очень много появилось надписей таких. Нашу молодежь вовлекают. Употребление, распространение. Основная проблема в том, что надписи появляются на школах и рядом с ними. Дети – целевая аудитория наркоторговцев. Они еще не до конца понимают последствия употребления и не знают, в кого превращают человека синтетические наркотики, пришедшие на смену опийным. Вот, пожалуйста, здесь надпись. Со школы тоже дети идут. Все это на виду. Общественники просят, если вы видите подобные надписи, самостоятельно закрашивайте и обращайтесь в Роскомнадзор для блокировки интернет-порталов, каналов и пабликов. А мы напоминаем, наркозависимость ежегодно уносит жизни около 70 тысяч жителей России. Причем треть из них – молодые люди до 30. Андрей Дриер, «День с толком».